Держи, пожалуйста, канцелярию от меня. А это чемодан от меня. Давай смотреть, что внутри. Давай. Ну чё, как вы без меня отдыхали? Ну, мы-то не отдыхали, мы скучали и работали. А ты как в лагере отдохнула? Ой, я так классно отдохнула, мне столько всего вам нужно рассказать. Но я тут вспомнила, что у меня вообще нет канцелярии для школы. Слушайте, а я предлагаю, мы же не можем просто так, понимаете, вот поехать и вот просто так закупить. Я предлагаю как-то интересненько. Давайте мы сделаем, ну, допустим, я и мама покупают Милане какие-то канцелярские товары, и ты определишь, кто для тебя купил более не что-то интересное. Ну а что, классная идея, папа vs мама. Погнали! Ну что, стартуем? Я по-любому знаю Милану лучше, чем ты. Да, да, да. Так, а где тут канцелярия? О, легко в школу. А, вот. Так, а вот и канцелярия. Ну что ж, я думаю, что нужно начать с тетради. А вот и всякие тетрадки. О, а мне нравится вот это. Классный, возьму побольше. Тут такие крутые тачки. Кто не любит крутые тачки? О, и вот эти про космос возьму. Голубенькую и такую черненькую. Красиво. Ух ты, какой прикольный пенальчик. Он такой миленький, такой хорошенький. И вместительный, что важно. Так, что нам еще надо? Ух ты, какие хорошенькие. Тетради, кстати, никогда лишними не бывают. Возьму-ка я и их. Так, карандаши, фломастеры, куда же без них? Возьмем вот эти, ну и, наверное, даже вот эти. Почему нет? Рисовать в школе всегда пригодится. Зря он надеется, конечно, меня обыграть в этом челлендже. Мама точно знает, что из канцелярии ребенку нужнее. Так, ладно, они берут для школы, а я возьму для души. Ой, какой классный! Зайка-помпушка. Ну, конечно же, они догадаются взять мои любимые фломики. Как же я обожаю канцелярию и вот эту всю подготовочку к школе. Вау, какие красивые часики! Один для меня, а другой для Дани. Мне кажется, Даня будет просто в восторге. Какие тут прикольные ручки, надо обязательно взять ручки. Я точно знаю, Дима для Миланы возьмет все точно то, что нравится ему. А это по-любому пацанячье. У него нет шансов. О, портфель идеальный, мне кажется. Если бы я был в младших классах, я бы выбрал себе точно такой же. О, ежедневнички. Так, это тоже пригодится. О, вот это классная тема. Держи, пожалуйста, канцелярию от меня. А это чемодан от меня. Я надеюсь, ты будешь довольна. А, спасибо. Давай смотреть, что внутри. Давай.
Так, ну давайте начнем с маминого, наверное. Да ну давай уже смотреть. Так, смотрим. О, фломастеры, прикольно. Блин, тут крышечки такие, я, мне кажется, запутаюсь. Давай посмотрим, что внутри еще. Так. Мне прям интересно узнать, как тебе понравится. Ну, кисточки нужны, да. Пенальчик. Классный? Ой, да, прикольный, да. Мне нравится. Это блокнотик вот такой вот. Это пушка. Назову вот так. Карандаши, блокнотик, простые пушка. Карандаши. Это прям очень нужная вещь. Прям спасибо. Но они такие милые, как ты любишь. Такой цвет. Няшка. Нежный. Согласись, да? Да, да. Согласись? Офигенные. И вот такие вот черные карандашки. Ой. Но они красивые, кстати. Мне нравятся прям. Да. Very beautiful. Кто знает, что выбирать? Так. А это у нас красочки. Ну, прикольно, кстати, да. Мне нужно краски. Конечно, нужны, да, краски, да, в школу. Да, да. О, циркуль. Да, я как раз таки его хотела. Хорошая мамочка, хорошая мамочка. Ой, какая няшная ручка, посмотри. Я специально для тебя выбирала. Я знаю, что ты всякие няшечки любишь. Там она не одна. Тут такой блокнот красивый. О, посмотрите. Я вот с таким буду ходить в школу. Ну, ты не могла тетрадь. Ну, да, тетрадка. Пластилин. Милана и аккуратность. Зато мы увидим сразу, сколько тут классных цветов. Да, красивые, кстати. Мне нравятся. О-о-о, какой милашка. Ну скажи же, там, кстати, не одна собачка, их несколько. Какой милашка, я клаки теперь хочу. Клаки, смотри, смотри, вот клаки. Ой, да лаки. Ну, почти как бы, но... Ну такой милашка, прям няшка. Мам, ну вообще-то зачет. Из 10 баллов тебе восьмерочка. Давай посмотрим, что у папы. Я тебе сейчас покажу мою функциональность. У меня, во-первых, Милан, рюкзак, ты сама уже видишь какой. Ха! Кстати, смотри, в чем фишка этого рюкзака. Вот так можно его открыть. Я его уже можно в шоке. Вот так открыть, по-всякому. Он вот такой вот трансформер, пожалуйста, тут уже все. А дизайн какой, как тебе? Да, прикольненько. Только у меня к тебе вопрос. Ты для кого покупала, для Дани или для меня? А что тебе не нравится? Да так, просто интересуюсь. Ну, машинки, ну подумаешь. Между прочим, некоторые девчата тоже любят машинки погонять, знаешь ли. Ну да, ну да. Ладно, давай посмотрим, что у тебя внутри. Может быть, там внутри не так все и плохо. Смотри, пенал какой! Вот такой я взял. Почти как камуфляжный. Как тебе? Красиво. Да? Да. Ну ладно. Я тебе взял бумагу. Мне кажется, пригодится, чтобы, ну, рисовать там что-нибудь. Ну, бумага, делать. Да, реально пригодится. Да? А-а-а, какой красивый коврик. Да, коврик. Правда, не помню, зачем я его взял уже. Ну, думаю, пригодится ведь, да? Думаю, что да, да, да. Смотри, а это классная тетрадь. Тут тоже тачка нарисована. И вот альбом, тут мотоцикл нарисован. Ладно, давай посмотрим, что еще у тебя есть. Пап, ну просто... Ты же понимаешь, что я все-таки девочка, и что я не люблю машинки, что я люблю розовенькое, все няшное, и что это, ну, как-то странно, я же в этом не пойду в школу. Я все понимаю, но я не разбираюсь в розовом, все в этом странном. Я как бы то, что нравится, то и взял. Смотри, ну офигенная ведь тетрадка. Ну что, тебе не нравится? Да нет, нет, просто настроение сегодня что-то плохое, так, не очень. Ну что? Ты, конечно, не обижайся, но это же больше для Даньки. Я же такой... Я, между прочим, старался. Дань, тебя тут папа в школе собрал. Готов? Ты... Ура! Что ура? Ой, давай раздай! Тетради тут такие прикольные. Тебе нравится? Да! Ну я рад, что хотя бы тебе нравилось. Хотя я собирал, конечно, Милану к школе. Меня тоже надо. Пригодится, да? Да. Отлично! Ну вот. Ой, прости, пожалуйста. Это я все по-мужски. Круто! А дневник какой классный! Дань, ну я рад, что хотя бы тебе понравилось. И, кстати, может быть, рюкзак тебе больше подойдет, раз Милане не зашел. Пап, ну я это, наверное, пойду, что ли. Вот вы тут поиграете там, рисуйте.
Мама, а когда уже я пойду в школу с этим рюкзаком? Спасибо, папа, ты самый лучший. Пожалуйста, солнышко. Друзья, ну а готовиться к школе с Магнит Экстра и Магнит Семейный стало намного легче, так как все необходимое можно купить в одном месте и выгодно. Широкий ассортимент товаров от канцелярии до гаджетов и даже одежды. Ну а на сегодня всем удачи, всем пока-пока!